Всем привет, меня зовут Таня, и это обзор на мультиварку Polaris PMC-0365AD. Мультиварка произведена под контролем швейцарской компании, о чем свидетельствует маркировка на упаковке, и на нее идет увеличенная гарантия 2 года. Внутри расположена чаша из долговечного, устойчивого к царапинам и безопасного для здоровья антипригарного покрытия. Объем чаши 3 литра, что позволяет приготовить до 5 порций блюда. На нее можно установить поддон для приготовления блюд на пару, и для удобного помещения продуктов в чашу в комплекте идет мерный стаканчик. Управление мультиваркой осуществляется с помощью многофункционального LED-дисплея, расположенного на лицевой части прибора. На нижней части дисплея можно выбрать одну из автоматических программ приготовления, а их здесь 20. После установки режима на верхней части дисплея отобразится время и температура приготовления блюда. Кстати, их тоже можно регулировать в режиме «Мой рецепт плюс», который предназначен для приготовления сложных блюд в 3 этапа. Можно сразу приступить к приготовлению, нажав кнопку «Пуск» или запустить отложенный старт. Таймер отсрочки до 24 часов позволяет приготовить блюдо точно к назначенному времени. Процессу приготовления ничего не помешает, здесь предусмотрено сохранение программы при сбое электропитания на 20 минут. В комплекте идет плоская ложка и лопатка для помешивания. Еще одна важная функция – это режим подогрева. По окончании времени работы программы мультиварка будет поддерживать температуру готового блюда. Особая конструкция корпуса позволяет сохранять блюдо теплым до 24 часов. Это был обзор на мультиварку Polaris PMC-0365AD. Теперь осталось только сделать правильный выбор.